Привет! Вы на канале? Да. И мы ужасно рады всем! И сегодня мы с Леночкой открываем что? Горку для маленьких паровозиков Томас и его друзей. А вот этих маленьких? Да, для вот этих маленьких. Ну что, открываем? Ну да. Ну давай, я тебе помогу. Так, давай мне коробку. Так, здесь, ага, вот он, скотч. Порежем. Так. Ну давай, открывай, доставай. Открывай. Будем смотреть, что у нас там в коробке. Ну, ты сможешь сам открыть, да? Ты открой крышку сначала, а тогда высыпи все. Вот так, молодец. Так. Ух ты! Подвозим же один ехал. Так. Так, а ну-ка давай маме коробку, сейчас мы посмотрим. Что осталось? Все там счастье. Ух ты, сколько деталей, мама дорогая. Это ж надо будет это все собирать для мамы. Так, инструкция там есть, Даночка, как собирать? Есть там все? Так, а ну-ка давай мы коробку посмотрим, что у нас тут. Что у нас тут вообще будет? Это что? Значит, так, это вот такая будет, такая горка. А, инструкция у тебя. Отлично. А, то есть вот она такая, довольно-таки высокая. Я думала, она поменьше почему-то. Так, и что у нас тут еще? А, смотри, у нас тут еще Перси есть. Вот тут в наборе еще идет маленький зеленый паровозик Перси, да? Да! Ну, а у нас есть наши, пока мы достали все, которые мы открывали с пакетиков сюрпризов мини Томаса, да? Ладно, этот мы откроем потом. Давай сначала мы с тобой соберем наш трек, да? Для паровозиков. Давай. Так, давай инструкцию почитаем. Значит, вот это наши детали, которые здесь есть. Так, спираль, панель, такие две, зеленая и синяя. Это, наверное, почем? Это, наверное, для того, чтобы паровозики по нему спускались. Ну, в общем, так, начинаем сборку. С чего начнем? Ага, вот сначала нужно бейс нам прикрепить. А ну-ка. Так. А почему-то она у нас уже в таком вот полусобранном виде. А ну это даже упрощает работу нам. Очень хорошо. Так, теперь, насколько я понимаю, нам нужно взять вот эти запчасти и прикрепить их вот сюда, правильно? Будь здоров. Ай, расти большой. Так, давай теперь маме вторую запчасть. Очень хорошо. Так. Цепляем ее вот сюда. Так, а это что-то? А это такой рычажок, который, я так понимаю, будет вращать нашу спираль. Ну, по логике, то спираль должна стоять вот здесь, да? О, правильно! Это очень хорошо. Так. Мам, а где твой его такой? А он, наверное, уехал. Пока мы тут с тобой раскрывали коробку, то он, я думаю, он уехал. Так, что-то здесь, подожди. Нет, наверное, не той стороной. Или что? Или той. Сейчас. А, ты посмотри на полу. Он, по-моему, на пол съехал. Сейчас мы его найдем, ты не волнуйся. Сейчас мама только закрепит вот эту вот спираль, которая будет... Нет, что-то не могу его закрепить. То есть, ну все. Ага, вот так. То есть все нормально. Мама все сделала правильно. Он упал? Да, упал. Все, сейчас я тебе даю. Подожди. Держит? Так, это что это еще нам это теперь? Это мини. Что, зайчик? Это два одинаковых у тебя сиреневых паровозика нам попались, да? Это Майли, по-моему, или Мили, как ее зовут? Я толком. Мили. Так, ну давай будем мы разбираться дальше, что нам надо делать следующим шагом. А следующий шаг у нас будет, нам нужно поставить вот эту вот панель. Ой, смотрите, тут она такая интересная, на ней нарисованы паровозики, как будто они едут в подземный туннель, как будто это шахта, где копают драгоценные камни. Ну, прям все как у эльфов с гномами, честное слово. Ладно, окей. Так, я так понимаю, эта панель идет вот сюда. А сколько? О, Леночка, посмотри, мама уже почти собрала. Тебе нравится?
Так, ну, тут нравится, в принципе-то, еще нечему. Дальше что? Что дальше, ребята? Вот это, а это что? А ну-ка давай, это она куда должна идти? Так, я так понимаю, что... Так, ага, вот, нам говорят, что надо сейчас сюда одеть вот эту штучку. Одеваем? Подожди. Да, ее надо одеть. Только каким образом? Так, эти красные сюда, это сюда, ну вот так как-то. Вот так, сейчас мама оденет. Так. Опа, очень хорошо. Ну, вроде получилось. Вот, видно вам, не видно было. Вот я одела сверху вот такую панельку. Теперь это, подожди, надо посмотреть. Нет, надо, знаешь что? Инструкция нам говорит, что нужно сначала одеть вот эти вот такие. А, ворота красивые. Куда-то, куда-то здесь их надо одеть. Ага, ну все, мама все вверх ногами сделала. Так, подождите, как они должны... А, вот таким образом. Так, одели. Очень хорошо. Сейчас, сейчас, подожди, сейчас мы все соединим, как оно должно быть. Не спеши. Так, ну и как-то вот оно... А, вот, вот, смотри, ура! А теперь будем цеплять голубой трек сам, да? Так, только какие части идут в начале, какие потом? Вот мне что интересно. Вот так? Ну попробуем. Так. Ой, ну прям инженером можно стать, собирая детские игрушки. А ну-ка, да, я тут попробую часть. Может, я неправильно делаю? Может, я не туда вообще все втыкаю? Нет, что там ожидается? Значит, все-таки нужно было вот эту часть, я думаю, да? Трудно собираться. Ой, ну давай, присоединяйся. Так, что-то не получается. Ну, сейчас попробуем еще. Ну что, мы соединили голубые дорожки, а да? А теперь эту! Да, а теперь давай голубую, вот такую вот тоненькую палочку, мы должны присоединить к треку. То есть каким-то образом вот таким. Вот так, да. Вот так. Оно цепляется. Опа! Ну все. А теперь зеленое. Вот я присоединила. А теперь такую же зеленую надо, да? Угу. Давай. Так. А я хочу эту ножку. Вот. А ты что? А сумочку. А ты. А это такие подпорки, я так понимаю, чтобы наш трек не шатался. Потому что на данный момент он очень сильно шатается, и я практически не могу его придерживать. То есть, да, тут должны быть какие-то подпоры, чтобы он не шатался, да? Угу. Так, ну давай, как-то ты должен сюда зайти. Сейчас, подожди. Эту палочку. Так, вот, молодец ты. Ну, все-таки Дэна чувствуется, что мужчина разбирается в инструкции получше мамы. Так, эти палочки должны держать наш трек. Вот так мы ими... Да, ну, он нам и не нужен, мы уже разобрались с инструкцией, так что пакет может падать. Опа! Опа! Ну все, держи! Та-та-там-та-там! Наконец-то! Сооружение наше готово! И теперь ты что будешь делать? А, запустил первый паровозик! Опа! Это у нас Томас Бэтмен поехал, да? И он сюда подобрается. А ну, поверни-ка к нам эту спиральку, да. Ты же покажи нам, как спираль работает. Мы не видим, дай-ка. Давай, я вот так поверну. Что там, застрял паровозик? Поехал. А ну, давай вот так повернем. Вот, паровозик приехал, теперь ты крути ручку красненькую, а я покажу, как поднимает спиралька наши паровозики, окей? Ты что делаешь? Ты запускаешь еще один паровозик по голубой спирали. Жжж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 
вот эта желтая спираль, чтобы она их подняла наверх, эти паровозики наши. У, как они классно съезжают. Ну что, тебе нравится то, что мы тебе купили? Да. Интересно? Мне самой интересно, честно сказать. Он остановился. Да, что-то он там застрял. Ну хорошо. А ну-ка.
Так, ладно, раз ты не хочешь, ой, крутить ручку, давай я покручу и покажу. Ты покажешь, как спираль работает? Покрутишь ручкой, поднимешь паровозиков? Ну, давай. Ну, конечно. О, вот, видите? Посмотрите, как классно. Дыночка крутит ручку, паровозики стоят в очереди. Ну, давай, крути дальше. Спиралька крутится. Ой, что? Что? Не, не поломалась. Крути, крути. Подожди, здесь, наверное, паровозик застрял. А ну-ка, давай еще раз крути. Подожди, что там такое? Что случилось? Вот, вертится, вот так. Вот они поднимаются, как классно. Так, они поднимаются наверх, прямо на гоночный трек, и с него съезжают. Супер! Супер, как интересно. Дэна, а ты знаешь, я что поняла? Что вот сверху можно переключить вот эту красную рукоятку, и паровозики поедут по зеленой дорожке. Давай. Сюда. Вот туда? Ну давай, ставь их вот туда. Рукоятку мы сейчас переключим и покажем еще, как работает другая половина трека. Потому что здесь две половины. Ты же еще даже сам не видел, как они катаются по зеленой линии. Давай попробуем, давай. Да, ну окей, давай еще пускай там покатаются, а потом поставим на зеленую линию, переключим, да? Это переключить? Да. Это что там? Я не вижу, подожди, что там? А, нет, не переключается, это просто такой, как мини-гараж для паровозиков. Там они просто стоят. Я вот эту могу переключить, вот эту. Раз. А ну давай поднимай на спиральке паровозиков, сейчас увидим, что получится. Ну, покажем на другом треке, как они катаются. Аккуратно ставь. Ух ты! Тут они вообще вверх ногами едут, ты видел? Дэн, опа, как на американских горках, вверх ногами, ну вот это да. Жик, смотри, как классно, и тут уже вереница наших паровозиков собралась внизу. Дэн, по-моему, надо их оттуда каким-то образом забирать, а то там уже пробка образовалась, посмотри. Жик, класс, опа. Вверх ногами. Вверх ногами, так и, это мы, Майли у нас вверх ногами там застряла, да? Классно. Мама, там пробка. Что, Дэночка? А, пробка, да. Ну, давай, надо пробку разобрать, чтобы могли паровозики ехать. Что-что? Авария. Авария там случилась? Вот это да. И что же мы будем делать? Надо эту аварию как-то нам разрешить ситуацию, да? Ну, надо колеса. Эвакуатора вызовем с большими колесами спасать паровозики? Да. Ну давай, сейчас позовем. Эвакуатор, мы тебя вызываем на работу спасать наших паровозиков. Они застряли в пробке. Эвакуатор приехал. Какой сильный у нас эвакуатор, да? Он всех эвакуирует. Всех, кто попал в беду, он всех спасет. А ну-ка. Так, ты что делаешь? Ты цепляешь эвакуатора крючок за паровозика? И будешь что? Будешь его вытягивать из пробки? Ой, ну, наверное, там сложно зацепить, потому что машина-то у нас, это эвакуатор, большая. Он предназначен для эвакуирования больших машин, а паровозики очень маленькие. Ну что, не получается? Помочь? Ну, давай. Вот, прицепили, эвакуирует эвакуатор первого паровозика, везет его куда? В депо? А давай к этому паровозику прицепим всех остальных паровозиков, давай, и всех вместе их покатаем. Нет. Не хочешь? Нет. Окей, ладно, давай будем играть дальше нашей горкой. Отцепись. Отцепился? Окей, спасибо тебе, эвакуатор, за работу, да? А, еще дальше будет он спасать. А ну давай, кого там он еще будет спасать? Какого паровозика? Это. А ну давай, пускай наши паровозики немножко еще с горки покатаются. Давай. Запускай, поехали. Это перси такой красивый, смотри. Он весь такой блестящий. Такой шикарный зеленый паровозик. Так. Помогите, помогите. Спасите, помогите, перси застрял.
класса, Деночка с эвакуатором. А ну давай. Зацепил? Да. Ура! Ну теперь тяни. Ой. Ура! Спасли! Смотри, Перси сам съехал. Классно! Да? Спасите, помогите! Давай, а давай я спасу всех остальных, которые застряли на зеленой ветке. Давай. Так, а дальше едут наши паровозики. Шик, смотри, как классно! Так, а ну будешь поднимать его по спиральке? Давай, поднимай, вот так. Спиралька вертится, паровозик поднимается наверх, да? Вот, поднялся, смотрите, сейчас поедут паровозики наши. А там, по-моему, Д-10 застрял. Вот он, жик. Так, Бэтмен за ним. Бэтмен застрял, Дэн? А ну поправь. Все? Вылез? Нет. Нет? А что-то он не хочет ехать. Бэтмен, ты что? О, вот он как поехал, видишь? Так. Еще запускаешь? Еще поднимаешь, вот. Такой прям у них, видишь, скоростной лифт поднимает их, да? Это спиралька, как лифт, такой подъемный для паровозиков. Поднимает вверх. Что, снова там что-то застряло? Что там такое? Так, ну подожди. А, я знаю почему. Потому что вверх ногами стоят паровозики. Давай поправим. Все, а вот теперь они поехали. Теперь оттуда. У нас Д-10, он застрял на этом подъемнике и не давал ехать никому. Опа! Жик! Дэн, ну тебе понравилась игрушка? Да. Будешь играть теперь? Ну, Дэн, я скажу честно, понравилось больше спасать паровозики нашим эвакуатором. Да, Дэнчик? А что? А, мы потом будем им играть. Он у нас уже стоит. Закончилось. Ты уже закончил, да? Ну давай тогда будем прощаться с ребятами. Нет. Нет? Нет, ну давай скажем спасибо. Сюжет отснят. Спасибо всем. Поставьте лайк для Дэнни. Пока-пока. Пока-пока. А тебя не видно. Еще раз скажи пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, и мы снимем еще больше интересных сюжетов, да? Удачи! Удачи!